реальность, политическая реальность, социальная реальность меняется, конструируется, она никогда не вечна. Соответственно, я знаю, что политическое все время возникает в новом месте. Скажем, если есть оппозиция советская, антисоветская, диссидентская, то я вижу, что в этой оппозиции политического нет. Соответственно, где? Вот для 90-х политическое было в том, чтобы создавать множественные микроструктуры. Дальше я наблюдаю, каким образом вот это вот как бы множественное политическое начинает структурироваться внутри себя, и далее я наблюдаю современную политическую ситуацию, каким образом схлопывается множество, и соответственно, политическая проблема тогда была создавать множество, сейчас их тоже, видимо, создавать, но каким-то другим способом. Да? Поэтому меня интересовала логика операции. Я благодарна Тимофею, потому что он показал нам инструментами фрейм-анализа, не содержательного, а операционального анализа, как происходило вот то же самое схлопывание. Это в моей перспективе вот там сразу после революции и середина 20-х. Это 90-е и современность. То есть мы видим вот здесь главные операции, как бы возникновение политического в новом месте, перезапускание, изобретение общества, самодисциплины и так далее, и схлопывание его через какую-то доминирующую систему означающих, практик и так далее, вытеснением всего остального. Соответственно, я буду говорить в основном о своем непонимании. И я попробую сформулировать вопрос, о чего именно я не понимаю, и показать, каким образом мы можем выстроить какой-то способ понимания путем реинтерпретации и изменения генеалогии описания советов. Я совершенно не понимаю энтузиазма этих людей, потому что это коммуна в 20-е годы, это физики, математики почти, мальчики стали академиками, девочки докторами физматики. Они явно испытывают энтузиазм, откуда он идет. Это переизобретение общества. Это, соответственно, особая такая, с точки зрения нашего психоанализа, радость, когда ты убираешь отчуждение, когда ты участвуешь в переизобретении, когда между тобой и объектом выстраивается рациональный интерфейс, да, скажем так. Этот процесс, собственно, не локализован ни в партийном институте, ни в какой-то там организации, ни в одной идее. Это происходит повсюду. Например, мы видим по тому, как запускались общественные движения. В партии на 18-й год было 300 тысяч членов. В пролеткульте их было 400. В профсоюзе еще больше. В женотделах было на тот момент, по-моему, 95, а через пару лет 650. Соответственно, мы говорим о процессе массового вовлечения. Женотделы издавали 16 журналов, пролеткульт 11 с большими тиражами. Это вот такие масштабы. Они трудно сопоставимы с тем, что мы сейчас имеем, но мы можем это иметь довольно быстро. И вот всем знакомая очень модная сейчас фотография, которая идет по всему миру в разных изданиях, но это все произошло вот за последние 5 лет. До того эта фотография не имела такой модности, потому что не очень было понятно, в какой контекст ее включать. Значит, Ленин и Богданов на Капри, о чем они могут говорить? Да, вот уже вышла первая версия технологии Богданова, вышел материализм и империокритицизм Ленина. В чем там расхождение? Как показал Альтюсар в своей статье 68 года о Ленине, Ленин разделял позиции империокритицизма. Мы потом к этому вернемся, а я вот расскажу вот такую конструкцию.
Мне это очень важно, потому что это эпистемологическая конструкция, которая поможет показать, что, собственно, сделал империю критицизма, почему благодаря его эпистемологическому решению, возможно, была революция 17-го года. Ну вот у нас есть такая классическая метафизика, которая предполагает наличие субстанцированного объекта, субъекта и наличие универсальной истины. То есть мышление должно быть линейно между двумя и пробегать между двумя внешними объектами. Субъект, и таким образом, что у нас получается? Что мышление все время гонится в описании за тем объектом, который мышлению не может быть представлен. И это, в общем, такая философская истина метафизическая. Благодаря этому существует... Эту систему установить было довольно сложно, там, с 16 по 19 век. Она была выражена в определенного рода сенсорике, понимании пространства, объекта и так далее. Она дала, в конце концов, эти блистательные ведуты, которые Беньямин о них потом сожалел, исчезая Таура, но что появляется? Если у нас нет внешних объектов, то есть мы признаем, что внешний объект не является нашей целью, да? Соответственно, для нас становится очень важно то, какой операцией мы задаем интерес, как мы можем мыслить, какой эффект мы можем вложить, какие у нас системы конструирования и деструкции. Критики. И тогда вот это пространство, некогда пустое, пробегаемое одной логической операцией, с выбрасыванием всего профанного, к истине мы идем прямо. Это пространство становится чрезвычайно плотным. То есть оно психически детерминировано, эффективно, социально, коммуникационно, политически, эпистемологически и так далее. И более того, оно изменчиво, потому что у каждого человека может быть свой набор вот этих вот множественностей или регистров определенных. И работа Филонова как раз отлично это и показывает. То есть что показывает вот эту новую эпистемологическую установку. То есть для Филонова реальность не объект за пределами мышления, а реальность вот здесь, сейчас, в каждый момент, и то, как она изменяется. Примерно то же самое было в литературе 20-х. Это не какая-то высосанная из пальца логическая истина, которую произвели философы. Это такая ситуация культуры. И когда мы говорим о плотности языка литературы 20-х годов, мы, в общем-то, говорим об этом. Метафора становится очень важна как смешение невозможных смыслов для имажинистов. Происходит у Платона смешение бюрократического, метафизического, эмпирического языков. Это значит, что реальность начинает приобретать, во-первых, она становится профанной, она становится политической, и она становится пластичной. Мы ее постоянно изобретаем на основе столкновений и на основе совместного сотрудничества. Мы должны каким-то образом договориться, иначе это все разорвется в клочья. И, соответственно, мы производим объект, объект производит нас. И вот это вот очень важный тезис конструктивизма, который был реализован в искусстве. То есть газеты, искусство, коммуны, ничтоже сомневшись и не вдаваясь в философские проблемы, которые вдавались Ленин и Богданов, а еще до того Мах и неокантианцы и марксисты, объявляют, все, теперь у нас больше нет позиции художника, который украшает реальность, который ее созерцает. У нас есть позиция художника, который реальность производит. Он производит вещи, он производит людей, он производит новый быт. И это, собственно, и есть вот это вот новое заявление, новое концептуальное заявление, вокруг которого мы только и можем плясать. Потому что другого решения у нас, эта ситуация нам не дает. Но далее, как с этим плясать?
Беньямин, например, сказал, что художник раньше был терапевтом, он так вот зрительно осматривал больного, теперь художник-хирург, он существует уже внутри общества, внутри политики, внутри субъекта. И вот теперь я, наверное, вернусь-ка я к Ленину. Что в теории Богданова было особенно важно? Он сразу отрицает, называет фетишизмом остатки вот классической метафизики. То есть целостность человека – это метафизический фетишизм. Он никогда не может обрести свою целостность по природе, потому что он имеет множество функций, и они противоречивы. Он связывает эти функции, ну скажем так, в какие-то пучки, организовывает себя как систему и и обнаруживает себя в другой системе. И вот эта вот система в системе, это и является тем логическим ходом, каким образом мы можем дальше строить политику. Соответственно, для дальнейшей рефлексии нам нужна теория системы. Да? Системы бывают иерархические и бывают горизонтальные или скелетные, он говорит. Как могут работать горизонтальные системы? Он берет очень простой пример. Это современный завод. Распределение обязанностей, высокая специализация. Если у них нарушены системные взаимоотношения, то один производит там гайки, другой болты, и завод не, если количественно это не скоординировано, то бессмысленно производить. Значит, тезис: чем больше специализация, тем более запрошен уровень системной организации. И более того, есть, значит, специализация общества связывает, а не разрывает. И тогда включается вот этот пролетарский принцип слабого звена. В обществе не может быть исключения, потому что исключение – это разрыв системной связи. Если грузчик не разгрузил материал на заводе, то завод остановился. Собственно, вот эта вот операциональная модель, я ее вижу в большинстве процессов 20-х годов, не только процессов, но даже и институтов. Несмотря на то, что Богданов вышел из партии, потом его вывели из пролеткульта, по этой системе, по системе организации организацию существовали и женсоветы, существовали пролеткульты. Даже не нужно смотреть на то, что они говорили, что мы отказались от Богданова. Ну, вот как бы политическая риторика и логика организации, они не обязательно соответствуют. Это можно анализировать, но это уже другой вопрос. Откуда все это взялось? Вообще это некое движение нестабильных онтологий, которая начинается с Канта. Кант там объявил, что онтология не имеет внешних обоснований. Соответственно, он создал как бы вот три пучка функций: разум, этика, эстетика. Но дальше начинается вот этот передел, суета в философии в поисках достаточных оснований. Кто-то полагает, кто-то идет в сторону рационализма, кто-то в сторону идеализма. Ситуация в середине 20-х годов, особенно в неокантианстве, накалилась до такой степени, что не на эпистемологических основаниях, а на метафизических противоречиях. Она накалилась, что ее можно было каким-то образом разрешать. И Эрнст Мах, который играл очень большую роль в философии, ну, собственно, его концепция физики повлияла на Эйнштейна, фактически он предтеча теории относительности, она повлияла, по словарю Граната 2013 года, на всю социал-демократическую Европу и Америку. Особенно в Штатах и в России Маха знали и читали все. Есть такая книжка «Наука и революция», написала ее итальянская эмпирисистка Даниэла Стелла, которая показывает эмпирико-критическую полемику, начиная с народников, кончая большевиками и дальше уже в советское время. Что же он предложил? Он предложил то, что стало называться потом как бы аксиомами конструктивизма. Это значит, знание сконструировано, то есть наш научный объект
будет таким, каким мы его воспримем и помыслим. Наша реальность, наше общество тоже будет таким, каким мы сможем его помыслить и организовать через практику. Это, с одной стороны, как бы такая радикальная материалистическая конструкция, но, может быть, не в смысле материи, как Хюлле, а в смысле материальности, как психологизма, политизма, теории трудовых отношений и так далее. И попытался Мах пойти, у него не было представления, к чему редуцировать вот этот организационный принцип. И он попытался его рассмотреть на уровне первичного восприятия. Но восприятие он мыслил не как мы воспринимаем какой-то внешний объект. То есть он может быть и внешний, но нам это не важно. Вот форма его восприятия является формой его реальности для нас. Соответственно, он воспринят, и там происходит, вот в момент восприятия происходит конструирование субъекта и объекта. Дальше мы должны положить логические когнитивные интерпретации и так далее. То есть вот этот момент не идеализм, да, не реализм, не материализм, а что-то, это третье некое сущее. Да? Делёз называл это эмпирическим трансцендентализмом. И вот вся, в общем-то, философия 20 века пытается выскочить из дуальности и пытается помыслить вот этот вот новый сверхсложный объект со многими уровнями. И со многими уровнями, где он конституирует сам себя, вступая в коммуникации и политические отношения. Да, ну и несколько слов. Значит, Мах не занимался политикой, он занимался физикой и психологией. Но после его смерти было создано общество Маха по пролетарскому просвещению в Вене. Соответственно, в этой как бы парадигме был организован первый и второй венские кружки. То есть они искали вот какой-то логический принцип для того, чтобы организовать вот это вот пространство новой, некой срединной реальности. Потом эта срединная реальность получила название еще начало 20-е, потом 80-е годы медийная реальность. Да, есть такая книжка «Реальность масс-медиа». Далее начинается другая полемика. Да? Какая редукция? Либо это редукция к языку, лингвистический поворот, либо это редукция к технике, либо к политике. Они начинают конкурировать между собой, казалось бы, не замечая того, что они обмениваются в каком-то междисциплинарном обмене, передают друг другу свои логические инструменты, потому что они, собственно, не занимались в чистом виде логикой. Когда этим занялись в 40-е годы, то занялись, в общем-то, они же. Потому что вот эти аналитики с ярко выраженными социал-демократическими идеями, собственно, венский кружок, не случайно Витгенштейну хотелось приехать в Россию, он читал, обучал детей, потому что это тот же самый проект переорганизации общества. Это то же самое, что, чем занимались Ленин и Богданов. Если наша реальность не метафизическая, а конкретная, вот здесь, профанная и политическая, значит, и если у нас есть инструменты, достаточные для того, чтобы ее понять, проанализировать и изменить, значит, мы можем ее изменять. То есть объект и субъект оказываются в постоянном переизобретении. Значит, возможна революция. Причем не такая революция, которая по каким-то особым принципам разума может переделать природу, а революция, которая задает вообще вектор переизобретения общества в политическом направлении. Соответственно, по мнению Ленина, очень важно политическое решение. По мнению Богданова, очень важно определение приоритетных логических операций. И вот здесь, собственно, и есть вот эта
предполагаю, что здесь есть эта дискуссия. До нее докопаться довольно сложно, потому что язык политический. Нужно как бы адаптировать себя к политическому языку. Кроме того, они часто говорят понятия, которые отсылают нас к метафизике там, 18 века. И поэтому все время приходится считать, а что же, собственно, сказано. И оказывается, что сказано не совсем то, к чему мы могли бы отнести по традиции эти понятия. Да? То есть мы должны читать мысль через переинтерпретацию понятий. И вот это, собственно, и есть сложность, почему нам трудно так вот схватить революцию тех способов мышления, как она сама себя мыслила. Ну вот это просто очень интересный литературный образец. Мариэтта Шагинян пишет как бы от лица рабочих, что такое объект, вещь, и каким образом вещь перестает быть отчужденной. И действительно, вот при таком не метафизическом подходе вещь не может быть вещью пассивного потребления. Вещь является частью нашей реальности и нашей субъективности. Соответственно, делание вещей, делание нового быта – это способ самоизобретения, самоорганизации и избавления от отчуждения от мира. Соответственно, это радость. Для кого-то, правда, это радость, для кого-то это хаос, исчезновение привычного. Отсюда начинается момент вот этой репрессивной дисциплины неклассической эпистемологии. Да? Если мне мой ребенок говорит, я человек свободный, я не хочу делать уроки, я спрашиваю, а что ты хочешь? Я хочу рисовать. А что ты хочешь рисовать? Я хочу нарисовать мой сон. Так вот иди рисуй. Но заниматься компьютерными играми ты не можешь. Через 20 минут от этого очень сильного вытаскивания, визуализации, сна и попытки организовать вот этот вот визуальный кусок, ребенок приходит и говорит, что я лучше сделаю алгебру, а потом займусь компьютерными играми. Да? Вот это вот очень жесткая, травматическая вещь по самоорганизации сейчас пытается осмыслить Бадью, вводя в философию крайне дискредитированные понятия счастья, дисциплина и так далее. Это его новая книга. И дальше, раз у меня есть еще 5 минут, вот это изобретение, это не только изобретение организации, это изобретение телесности. Луначарский и все вот как бы крупные фигуры, от которых зависело какое-то организационное решение, говорили, что в 17 году после революции произошло что-то невероятное. На каждой станции маленьких железнодорожных, в каждом городке образовывается клуб, где люди танцуют. Зачем танцуют и что они делают при этом? Вот этим занялся второй для меня значимый философ. Густав Шкет, он возглавлял в Гахне, он участвовал в работе лаборатории по изучению хореографии танца, тела, театра, жеста. И он отмечает, что вот в этой новой ситуации множественности должна быть обязательно вариативность. Эту вариативность нужно каким-то образом формализовать, придать ей форму. И у эпохи есть моторно-симпатический образ. Собственно, не только политическая конструкция, но еще и телесная конструкция оказывается вовлечена. Ну и закончу тем, вот как вот это все можно еще понять и интерпретировать. У Делеза есть понятие ризома. Ризома, ну, всегда для того, чтобы понять, нам нужно какие-то две конструкции. Значит, ризома построена на принципах множественности. Что такое множество? То же самое, что у Богданова. Каждая индивидуация расслоена на множество своих функций. Ну, там, когда-то целостный гуманистический
человек оказывается человеком аффекта, человеком политики, человеком когнитивных операций, своих традиций, своего времени и так далее. И вот есть множество. Это множество нельзя сразу представить как вот законченную рефлексивную картину. Они работают на прямых операциональных связях. Им всегда не хватает абстракции. Чтобы произвести абстракцию, они должны свои функциональные связи, которые гетерогенны. Что это значит? Это значит, мой аффект, твоя теория. И мы должны соединиться. В классической системе теория к теории и так далее, аффект к дисциплине страстей и так далее. То есть в чем вот это вот отличие множественных связей? В том, что они не по своим порядкам соединяются. То есть совершенно понятно, что политическое действие не может проходить без стихийности масс, иначе говоря, по этому принципу гетерогенных связей. Но что происходит, если эти связи не имеют достаточной абстракции, и они не могут сами себя осознать и представить? Они слипаются, как говорит Делёз, такие жирные пятна консистенций. И дальше они должны проделать работу по самоабстрагированию. Иначе они, в них побеждает какая-то одна идея, одна операция, да, вот как в партийных съездах 25-го года. А работа с конструированием различий устроена примерно таким образом, да, вот, на примере оса орхидеи. Вот какой-то вид ос, я беру, потому что это общий пример, может опылить только одну орхидею, потому что она имеет форму осы. Таким образом, они создают такой союз, который генетически и операционально друг друга связал. Да? То есть они фактически создали еще один коммуникационный код. Они создали абстракцию. Они создали генетический код, они создали абстракцию коммуникации. Вот, собственно, вот этим и занимались Шпет, Богданов и так далее. То есть они пытались найти абстракцию для запуска вот этой вот новой совершенно логики. И, собственно, от этой логики никуда не деться. Это не классическая эпистемология, которую мы поняли, практиковали первую четверть 20 века. В рефлексию она попала с 80-х годов. И начинается бешеный интерес к конструктивизму. Возникает там радикальный конструктивизм, возникает медиареальность. И через это мы уже можем посмотреть на конструктивизм 20-х годов. Почему? Потому что современная теория не имеет эмпирической базы, ей не хватает истории. Но вот как бы ввод эмпирической базы 20-х годов, это, в общем, работа нас, постсоветских исследователей, потому что это то, что мы знаем эмпирически через свои родственные связи. Ну вот, все.